Познер отмечает юбилей. В Большом зале Петербургской филармонии состоится праздничный вечер российского телеведущего и журналиста Владимира Познера. 1 апреля ему исполнилось 80. Юбилейный же творческий вечер пройдет 12 апреля, на котором можно будет не только послушать монологи журналиста на разные темы, но и задать ему свои вопросы и поздравить юбиляра.